Древо залечит свои раны, как и этот мир. Жертва была принесена. Люди, эльфы и орки, все они, забыв былые распри, объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы, и тьма отступила. Пророчество исполнилось. Этот мир спасен, и ему больше не нужны хранители. Будущее теперь находится в руках смертных, и имя Медива вновь станет легендой, одной из множества легенд далекого прошлого.